Послушай историю о мальчике Боре. С детства путались с девочкой, он играл двойную роль. И где бы он ни был, везде и всюду до сих пор его снимают на видео и затевают спор. Когда идет он по улице, то прохожие люди, они бросаются взглядами. Дорогие мои, сейчас я вам покажу все то, что вы так давно хотели. Бэкстейджи с видеосъемок, с фотосъемок. Все то, что осталось за кадром. Смотрим и наслаждаемся мной. Извини, ты сама влезла в кадр. Там нету пузика. Его надо было там запустить, чтобы он попал. Андрей, оплывай, ты так не выплывешь. Да, ты ударишь. Я приехал со своей любимой подруги Саши на свадьбу. Вот прекрасный город Ужгород. Меня встретили очень теплым приемом. Будет все очень красиво сегодня. Красота! О, это бы шикарная невеста, правда? Очень красиво. Ради которой все сегодня это происходит. И я стою и не могу дышать. Спасибо, курица. Одолжила твою голову, скружила, а потом самобожилась, что тебя я одолжила. Пошамы королевы, сучки. И нам не завидовать, блядь. А лучше завидуйте. Одолжила стриптизерша по имени Анжела. Но мы сегодня с тобой, конечно... Честно, если бы я увидел такого, как я бы уже испугался. Немного. Вот, сейчас мы идем на депиляцию. Кстати, их стало меньше. Местами пустоты. Да, это ж отлично. Угу.